Давай, давай, да. Дай назад, Коля! Да все, приехали документы, назад туда. Набирая законную силу с момента проголошения. И подлежит исполнению в порядке, установленном законом про выконавцы проваджены. Естественно, 12 лет исполнительной службы. Вы юрист? 12 лет исполнительной службы. Вы юрист? Вам ответили, да. Нет, блядь, экономист! Ответьте на камеру. На какую? Какая ваша? Мы будем ознакомливаться с документом. Просто то, что сейчас происходит, уже незаконно. Я ознакомлюсь с этим документом, спасибо. А он еще не зашел к вам. Подожди, а когда к вам зайдет он в департамент, давайте судебного исполнителя, который ознакомится с этой уклад. Пока еще ничего не зашло. До свидания, молодой человек. Адвокат дьявола, идите нахер отсюда. Пускай официально документ зайдет в департамент, потом вы будете его показывать. Сейчас зайдет через минуту. Вот когда он зайдет, тогда он будет уведомлен. Да нет, не можете вы. Вы не представитель исполнительной службы. А я не должен быть исполнителем. До свидания. Давайте законом поле. Хотите закон? Да, отправляйте это ухвалу в департамент. Да, все, счастливо. Мы не ознакомлены, вы не судебный исполнитель. Хорошая судья. Хотя бы человек понимает, начинает он. Главное не идти от вас. Главное не делать. Ничего у нас не изменилось в этой жизни. Ничего. Ничего. Да. Как было, так и есть. А там набирая негайного экономика? Я не знаю, ну по-моему да, это самое. Хай выстраивается на это проводом. Закони не знають, проплатити встигли тут, а там не встигли.